Орлы собираются вместе 26 октября 2024 года. Дорогая, исполненная духом невеста, есть только одна группа людей, очень особенная группа людей, которые способны слышать, что говорит Дух в этот последний век. Это особая группа, получившая откровение для этого века. Это группа от Бога. Группа, которая не слышит, не от Бога. Та группа, которая может слышать и слышит, что говорит Дух, получает истинное откровение. Мы те, кто имеет Дух Божий. Мы те, кто рожден от Бога и крещен Святым Духом. Мы Его исполненная Духом невеста, получившая откровение для нашего времени. Что значит для нас нажать play? Откровение. Это слышать, принимать и оставаться на Божьем пути, указанном на сегодня. Сам Божий голос, говорящий со своей невестой от ушей к ушам. Это Святой Дух, говорящий с нашими сердцами и душами. Мы знаем, что Бог использует людей, помазанных Его Духом, чтобы говорить, но нет другого места, где можно услышать «Так говорит Господь», кроме как нажав кнопку «Play» и услышав голос Его седьмого ангела, Уильяма Мариона Бранхама. Это единственный голос, подтвержденный самим Святым Духом. Он – Божий голос, Божий пророк, Божий пастор для нас и для всего мира. Когда Он говорит, мы говорим «Аминь» каждому слову, потому что это Сам Бог говорит с нами. Его Слово – единственное Слово, которое не нуждается в толковании. Это Бог использует Свой голос, чтобы говорить со Своей невестой. Это Сам Бог говорит нам, «Малыши мои, не вы меня избрали, а я вас избрал еще до того, как появилось пятнышко звездной пыли, еще до того, как я стал известен вам как ваш Бог. Я знал вас, вы были в моем разуме, существовали в моих вечных мыслях. Ты моя буквальная невеста из семени Слова». Хотя ты была в моих вечных мыслях, я не проявлял тебя до назначенного и установленного мною времени, ибо я знал, что вы будете моей особой группой, которая останется с моим словом. Все остальные потерпели неудачу, но я знал, что вы не потерпите. Я знаю, что вас преследуют и высмеивают за то, что вы остались с моим пророком. Но вы моя истинная лоза, которая не отклонилась от моего слова, но осталась верной моему пророку, говорящему мои слова. Есть много других, которых верно учили, но они не всегда понимают, как необходимо говорить только то, что я сказал через моего посланника. Как внимательно мы должны слушать один голос, ибо у Духа есть только один голос – голос Бога. О, как важно слышать голос Бога через Его посланников, а затем говорить то, что им было дано говорить церквям. Мое слово всегда приходило к моему пророку, но в этот день я записал мой голос, чтобы не было никаких ошибок в том, что я сказал невесте. Есть только один ответ, только один жезл, и это слово, которое я говорил через моего ангела, как и в каждом веке. Мой пророк — это слово на день. Кассеты, его голос,
Это любовное письмо к нам. В то время, как враг постоянно избивает нас через испытания, скорби и трудности, Он послал Своего могущественного ангела сказать нам, то это не что иное, как избранная Божья любовь к нам, доказывающая нам, что Он избрал нас так, как мы не сдвинемся с места. Его великая цель состоит в том, чтобы после того, как мы немного помучаемся, Он сделал нас совершенными, утвердил и укрепил. Он сказал нам, что даже наш Господь Иисус был усовершенствован своими страданиями. Какое благословение Он оставил для нас! Через наши страдания Он и нас доведет до совершенства. Он созидает наш характер через наши испытания и скорби, ведь наш характер не формируется без страданий. Таким образом, наши страдания являются для нас победой, а не подарком. Как мы можем доказать нашу любовь к Нему, веря в то, что Он говорит, оставаясь с Его Словом, проходя с радостью через испытания и скорби, которые Он в Своей великой мудрости позволяет нам пройти? Как Он поднимает наш дух. Когда мы слышим Его Слово, Его голос утешает нашу душу. Когда мы нажимаем кнопку «Play» и слышим, как Он говорит, все наши тяготы снимаются. Мы даже представить себе не можем, какие сокровища были заложены для нас во время всех наших скорбей. О, невеста Иисуса Христа, как я счастлива быть одной из них, с каждой из вас! Какая радость наполняет мое сердце от осознания того, что Он дал нам откровение Своего Слова! Когда Он говорит нам, то это будет так близко, что обманет самих избранных, если бы это было возможно. Он дал нам истинное откровение. Приходите, погружайтесь в Дух вместе с нами в это воскресенье в 12:00 по времени Джефферсонвилля, когда мы услышим совершенное слово. 12:06 проповедь. Смирская церковная эпоха. Брат Джозеф Бранхам.